Добрый день, мои подписчики. Сейчас мы с вами проверим, что происходит у меня в магазине вообще. Есть ли здесь мед и вообще на самом деле пчела здесь есть или нет. Ну, давайте смотреть. Мне интересно. Пчела вроде есть. Вроде что-то тут происходит, какая-то работа. Да. Так, что вы тут? Что вы тут делаете, мне интересно, ребята? Так. Вот так вот откроем. Ну-ка. Сейчас начнем с крайней рамочки. Ставим. Будем смотреть дальше. Так, это у нас пока просто оттянутая. Напоминаю, что у меня не было магазина с сушью, была только лощина. Что у меня тут интересно вообще происходит? Да. Ну что? По-моему, неплохо тянут, да? Я, конечно, не знаю. Меда здесь пока нету. Но пчела здесь есть. Пчела здесь есть. Угу. Пустая. Так. Пустая, но оттянутая. Так. Угу. Вот, а тут уже пошло дело. А тут, если вам видно, то здесь уже такой небольшой напрыск есть, да? Меда. Здесь, опа, вот здесь уже хорошо, вот так все замечательно. Вам видно, вот он блестит, это мед. Для тех, кто не знает, как мед выглядит и откуда он берется. Опа, вот это тоже была пустая. И вот они ее тоже начали оттягивать. Это замечательно. Очень даже хорошо. Так. Пчела есть. Вот, вот это вот уже такая красивая. Смотрите. Да. Может, не такая красивая, как у всех пчеловодов. Но так как я пчеловод начинающий, для меня это очень красивое зрелище. Так. Что, отличненько. Отличненько. Угу. Так, это тоже пустая. Сейчас мы их, наверное, мне кажется, лучше поставим на краешек. Почему ты не хочешь стоять? Что тебе не то? А, вот почему не хочет стоять. Наверное, вот это есть смысл почистить. Дело надо счистить, тогда она ровненько встанет. О. Так, тогда все ровненько будет вставать. Ого. Угу. Так. Сейчас, пчелки, подождите.
Погода, конечно, не очень подходящая. Ветер, дождик только что был. Но мне надо все равно убедиться, что тут вообще идет процесс или не идет. Так, это просто у нас оттянутое. Это у нас... Это у нас пустая. Это, наверное, все-таки я виновата, потому что я их поставила оттянутые пустые через одно. А, наверное, это не надо этого делать. И что вот здесь еще последнее. Так, а здесь все пустые. Сейчас мы их разложим. Так. Все-таки оттянутые будут вместе. Им легче будет уже носить. Если не хотят, то они будут носить сюда мед. Так. Все. Гнездо я уже сегодня не полезу. Погода не совсем подходящая. Да, да, ты мне хочешь сказать, что не пчела летает, ты хочешь сказать о том, что неправильную я погоду выбрала. Все. Все. Все хорошо. Все хорошо. Закрываем. Закрываем. И все. Ну что, подводим итог. Пчела летает. Все хорошо. Пыльцу носит. Мед. Поэтому жизнь продолжается. Всем спасибо. До свидания.